Погодите, или хуже будет. Не надо меня пугать. Лучше выслушайте. Было совершено преступление, сэр? Конечно. Против человечества. Я требую, чтобы вы выполнили свой долг. Сначала побрейтесь, а потом про долг рассуждайте, а то как оборванец. Послушайте, мне приказано не допускать сходок на улице. Я готовлю тайное собрание для обсуждения профсоюзного движения. Уфы полиция заметила мою деятельность. Они вьются вокруг, как мухи над кучей шайса. Прошу, проводите меня до места собрания и защитите от полицейских. Данке. Видите? Опять сзади проклятый шпион. Вам тут нечего делать! Уходите! Is that a cadaver? Too much damn boss. Сегодня на закате. Где обычно? Я приду. Такие же проблемы с полицией были в Париже. В Париже и Брюсселе. И, пожалуй, еще в Кальне. Еще один друг ждет нас в пабе неподалеку. Вперед. Уверен, что полицейские агенты уже внутри. Найдите их, а я подожду. Можете идти. Надо бы мне глянуть.
в обычном месте. Через час. Буду, господин Маркс. Ну вот и все. Дело сделано. Выходим отсюда и на собрание. Благодарю вас за помощь нашему делу. Когда рабочие получат право на свободу собраний, мы добьемся реформ, которые давно заслужили. Вы не могли бы остаться до конца собрания? Боюсь, что проблемы не исчерпаны. Получишь ты свои 30 серебряников. Как всегда, и смена проросла из самого сердца. Что преступность на Стрэнде достигла новых высот. Какого черта? Что за ошибка? Какого черта? Не ошибайтесь. Как я догадываюсь, вы ничего не знаете. Правда? Это не ваше дело. Разойдитесь. Не надо тут геройство! У меня больше нет времени ее искать. Я вас предупреждаю, леди, стойте! Activated. Всегда и смена проросла из самого сердца движения. Проводите господина сюда. Он умер в доме коллеги! Ушла! Какого черта? Это большая ошибка, а? Лучше не усложни. На меня напали! What's happening over there? Deactivated. Саймон, друг мой, что подвигло вас на такое? Ведь партия заботилась о вас. Старший по мельнице пригрозил, что выгонит в шею любого, кто вступит в профсоюз. Долго партия будет кормить мою семью? Если мы не сплотимся, все кончено. Вы разбили мне сердце, Саймон. Уходите. Спасибо, друг мой. Надеюсь, при возможности вы еще не раз поможете нашей правой борьбе.